сюда поближе, так. Нет. Повыше встанем, сейчас, чтобы мы по росту были. Это, смотрите, ребят. Это для всех привычно. Задний, да, задний удар наносить. Да, он такой считается. Раз я правша, то и правой рукой мне заряжать удобно. Правая сильная. Но надо уметь бить и левой. Левой. То есть я оттягиваю максимально и срабатываю. Хоп! То есть я нанес удар, вернул. Удар не сильно левый выполняется, но очень быстрый и резкий. Да? Потому что он иногда нужен для того, чтобы сделать блок и нанести удар отсюда. Да? Когда мы работаем открытыми руками. Да, наложить технику. У нас пинан сануни. Наложили и нанесли удар по сюда, да, с блокировкой. Поэтому правый сильный, мощный удар и длинный. Из очень длинной дистанции, хоп, попадает. Левый, наоборот, из короткой. И отсюда. И кулак оттягивается максимально. Че! 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 С реверсом, да? Тормознул его и ударил коротко. Попробуй. Спасибо.